Очередной прием граждан провел глава Красногорска. На личную встречу с Дмитрием Владимировичем Волковым пришли жители Губайлова, брусчатого поселка и Опалихи. В последнем по улице Старая Лесная остро стоит проблема с ливневой канализацией, сетует Оксана Тарабукина. По ее словам, причина неисправности ливневки в соседнем СНТ. Сток был завален строительным мусором. И сейчас линия отвода воды, она оказалась на территории, ну, наверное, частного владения. Я не знаю, что там точно происходит. Я вижу только, что там сейчас идет стройка. И очевидно, что владельцу не нравится, что линия отвода воды теперь будет проходить по его территории. Мы можем пойти, конечно, это откопать, они опять будут закапывать, и так и будет происходить эта ситуация. Поэтому нужно решить это законным путем каким-то. Для поиска законного пути прежде всего необходимо выехать на место, что и поручил сделать глава Красногорска профильным заместителям. После комиссионного осмотра решение должно быть найдено, заверил Дмитрий Владимирович Волков. Еще нескольким жителям округа помощь потребовалась в решении проблемы с расселением. Например, собственники аварийного жилья по улице Мира обратили внимание руководителя муниципалитета на то, что их дом не включен в программу реновации. Найти возможность и внести строение в этот список – первоочередная задача, отметил глава округа.